Добро пожаловать обратно в МК Мобайл, бойцы, с вами Апо, и сегодня в этом ролике у нас продолжается путь безумного донатера. В нашу любимую игру разработчики завезли очень интересные донатные наборы, но больше всего меня интересует сегодня особый набор Джейд Ящерица, где есть шанс достать золотую Джейд Ящерицу 20%, карта золотого персонажа 80%, гарантированный 4 карты золотых персонажей в 100%. В общем, если спросите, почему же мне это нужно, то если есть среди вас те, кто еще не посмотрел мои старые ролики, выпуски «Будь безумного донатера», то я вкачал ящерицу Нобсайба до 10 слияния за донат и ящерицу Бараку до 9. В общем, этот набор Джейд мне как раз таки сейчас очень нужен, чтобы вкачать Джейд до 10. Она сейчас у меня до 6 слияния вкачана. И как раз таки, если удастся, заодно достанем Джейд до 10 и Бараку тоже до 10. Устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. The Oppo MK Shop – самый лучший сервис по услугам MK Mobile. Теперь у них в наличии быстрый фарм душ для Android и iOS. И не только. Фарм наград из разных башен, которые действуют сейчас в игре. Цены ниже, чем у конкурентов, реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка будет в описании. Несмотря на то, что Джейд у меня уже до 6 слияния, то есть вкачано, то есть тут рандомы настолько беспощадные, ребята, что не можешь знать, например, 4 раза ты со скольких наборов можешь достать. С 5, с 10, с 50 наборов никто не знает. Но надеюсь, что мне сегодня повезет, и с немного наборов мы сможем ее вкачать до 10 и ящерицу Бараку тоже. Для этого мне нужен будет успех. Прямо сейчас за успех поддержите ролик лайком. Заранее всем спасибо, поехали, покупаем первый донатный набор. Я в последнее время сидел и копил деньги, копил, потому что, ну, у нас в игре, да, в последнее время очень интересные донатные наборы были, мегакомплект, там, золотой меганабор и так далее, в общем, Люкан с душами, Шансун и так далее. Я не хотел их вообще покупать, я почему-то хотел ждать. Внутри меня голос сказал: «Апо, не торопись, жди». Я что-то ждал, сидел и ждал. Оказывается, не зря, ребята, оказывается, не зря. Оказывается, у нас в будущем был набор с Джейд. Как раз таки, если ее достану, она очень имбовая, ребята, очень имбовая. Покупаем второй набор. Ну, как я сказал, как видите, пока что без Джейд. Так, второй набор. Очень надеюсь, что быстрее мне это удастся сделать. Она очень имбовая, ребят. Вешает проклятие против врага. И потом с эффектом. То есть, если вы сможете повесить... Ух ты, классический скорпион становится 10-го. Так, если вы сможете повесить эффект проклятия на врага, то потом уже весь отряд врага начинает получать урон. И, ребята, Джейд становится 7-го, господи, со второго набора. Я не могу поверить. Так, 7-го слияния. Отлично, отлично. Еще. Так, 3 раза. 3 раза мы должны ее достать. Так, ящерица Джейд. Моя красавица. Моя красавица. Моя прелесть. Так, покупаем третий набор. В общем, ребят, с таким вот слиянием тоже, вот еще она у меня недавно была 4-го слияния, так, Джейд 4-го, Барака 8-го или же 7-го, Нобсайбот ящерица 10-го. Я практически не чувствовал 200-й бой фатальной башни старшего ветра, ребят. Они вообще не чувствуют никакие негативные эффекты, никаких боссов. Вообще не признают, ребят. Отряд самый из лучших, ребят. Самый из лучших. Если не самый лучший, то один из лучших отрядов. Так, поехали. Это уже какой набор по счету? 4-й или 5-й? Я уже запутался, ребят. Ну, извиняюсь. Поехали, покупаем. Покупаем следующий набор.
А какой по счету, не знаю. Либо четвертый, либо пятый. Господи, не знаю. Так запутаться так легко, когда вы покупаете оптом. Там много наборов донатных. Запутаться вообще легко. И заодно из продажи персонажей мы получаем души. Это, конечно, тоже очень хорошо. Вообще, нам обещали, не обещали, а некоторые говорили, что будут скидочные наборы в честь праздника 4 числа в Америке. Ну, наборов нет. Так, покупаем следующий набор. Джейд, ребят, не знаю, что она будет творить на 10-м слиянии, господи. Но на самом деле это еще не полностью отряд ящерицы. Еще есть два персонажа. Их из консольной версии к нам в мобильную версию еще не добавили. Не знаю почему, наверное, их будут в будущем добавлять в качестве алмазного отряда ящерицы. Кто же знает, не знаю. Если хотите, ой-ой-ой, Джейд нет, господи, Джейд нет. Какой уже по счету? Сейчас я посмотрю. Оказывается, этот был пятый, сейчас покупаем шестой набор. Не хватает удачи, ребят. Если вы все еще не поддержали лайком, то прямо сейчас поддержите, пожалуйста. Ну, конечно, странно. Интересно, у нас работает вообще 20% в игре. Кто ж знает. Если так подумать, если работал бы 20%, с каждого пятого набора я должен был по одному джейд достать. Ну, тут вообще не так работает. Ну, может, чуть типа этот представить колесо фортуны, ребят. Вы крутите, если повезет, то достанете. Если нет, то нет. Так, какой у нас уже по счету? Седьмой, да? Господи, у меня денег-то не так уж много. Надеюсь, не придется опять попросить долг у кого-то. Ну, просто я весь в долгу сейчас. Ну, хочется, ребят. Некоторые пишут, зачем тебе это вообще нужно? Зачем тратишь столько денег? Кто ты? Откуда? Ой-ой-ой, моя любовь. Моя любовь становится восьмого, ребят. Отлично. Так, да. О, господи, ящерица Барака становится 10-го, ребят. Можете поздравить. Один из самых имбовых персонажей у нас в игре. Я 100% могу с уверенностью сказать, ребят. Барака ящерица один из самых лучших, самых сильных персонажей. Вообще, вне зависимости от ранга, золотой или алмазный. Ребят, один из самых лучших. Так, покупаем следующий. Да, ребят, часто спрашивают меня в комментариях, кем ты работаешь, откуда берешь столько денег, не жалко ли сливать столько денег в игру и так далее. Ребят, денег мне вообще не жалко, ну, потому что я трачу это в дело, в которое люблю. Я люблю играть МК Мобайл, снимать, делиться с людьми, кому это интересно и так далее. Поэтому мне вообще ни цента не жалко, которых я трачу. Это во-первых. А во-вторых, кем же я работаю? Я работаю официантом, ребят. Я обычный официант. Я не сын какого-то магната, олигарха и шейха. Я обычный официант, ребят. Работаю официантом. И на вопрос, откуда же я беру столько денег, ребят, у меня есть хорошие друзья, хорошие родные, родственники и так далее, которые всегда готовы мне помочь, если это нужно будет. Ну, как-то так. Банк с кредита взял. Кредит с банка взял. Господи, извиняюсь. В общем, вы поняли. Ой-ой-ой, имба. Ящерица Нуб Сайбот. Жалко, конечно, что он у меня уже 10-го. Так, получается, мы уже достали и Бараку. Ой, господи. Мне... Вот за всю историю, как я покупал эти все донатные наборы, путь безумного донатера, ребят, мне столько не везло, то есть не повезло столько никогда, ребят. Сегодня какой-то особенный день. Давайте сохраним это в истории. Так, надеюсь, от вас будет хороший актив, хорошая поддержка под этим роликом. Если я буду знать, что вам такое нравится... В будущем у нас еще много-много таких
интересных персонажей, которые мы сможем достать с помощью доната. Так, покупаем следующий набор. Так, ребят, впрочем, я не хочу сглазить, но денег не осталось. Господи, придется долг взять еще один раз. Вот же подстава, да? Так, смотрите, 10-го, 10-го и 9-го. Ну, как это так? Так, ребят, делаем ставки. Сколько же наборов мне придется еще купить, чтобы ее достать до 10-го слияния, ребят? Когда вот прямо сейчас идет премьера ролика, напишите, ребят, я подожду. Кто угадает, тому куплю такой же набор один раз бесплатно в его аккаунт. Ребят, время идет, я вам даю время. Подумайте. Так, бойцы, время вышло. Все, я делаю ставку на 3 набора. Я думаю, 3 набора будет вполне достаточно, чтобы ее вкачать. То есть, за 3 набора я ее достану до 10-го. Поехали, смотрим. Да, я нашел деньги у друга. Опять же, попросил у друга. Спасибо большое. Всем тем, кто поддерживает, кто спонсирует вот эти все выпуски «Путь безумного донатера», ребят. Без вас, без спонсоров, без поддержки я бы не справился в одиночку. Всем тем, кто поддерживает, большущее спасибо, ребятки. Так, классический шансон становится 6-го. Куба Юцу Таня 7-го. Так. Так. Ой. Один набор. Оказывается, одного набора было бы достаточно, ребят, чтобы вкачать ее до 10-го. К моему удивлению, ну, почти в этот раз что-то слишком часто она падает. Но это, конечно, к хорошему, то есть к лучшему. Ребят, тот, кто, если смог кто-то угадать, то напишите ко мне смело. Только один человек. Я сам сейчас напишу в комментариях, кто это был. То есть первый человек, кто правильно угадал. Тот пусть напишет, я сейчас напишу в комментариях, кто это был. Пусть этот человек обратится ко мне в Телеграме или же в ВК. Если у него устройство Android, я куплю такой же набор, особый набор ящерицы Джейд, один раз бесплатно. Так, поехали. Получаем до 10-го, ребят. Легендарный момент. Я, если честно, не думал, что так быстро смогу вкачать отряд ящерицы до 10-го, ребят. Это... Не знаю даже, что сказать. Просто... Наслаждение, ребят. Просто удовольствие, просто наслаждение. Господи. Знаете, я к чему рад? Что мне не пришлось потратить миллионы, миллиарды денег, чтобы ее достать до 10-го. И лично я считаю, к моему радости нету предела сейчас, ребят. Я ее достал до 10-го. Это была у меня мечта вкачать в первую очередь отряд ящерицы до 10-го, и я это сделал. В общем, не знаю, что... Не знаю даже, что добавить. Господи. Теперь нужно будет на ее посмотреть, не только на ее, то есть на весь отряд ящерицы 60-го уровня и 10-го слияния, ребят. Как они себя будут показывать в 200-м бою смертельной башни Старшего Ветра. Если хотите увидеть такой контент, дайте знать в комментариях, ребят. Я что-то путаюсь, я не могу найти свои слова, потому что я сейчас очень счастлив, очень рад, что за не так уж много наборов я смог ее вкачать до 10-го слияния, ребят. И напишите в комментариях, кого же еще дальше, то есть вкачать до 10-го слияния за донат. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, за актив и за поддержку. Здесь был богатый, но глупый дурачок Апо, который не знает, как правильно потратить свои деньги, куда потратить. Всем до скорых встреч.